Ну а перед началом данного ролика хочу пожелать вам приятного просмотра. Берите чаек, вкусняшки. Ну а тем, кто уже товарищ кушает... Товарищ полковник! Да! Приятного аппетита! Погнали! Иду, иду! Может тут? Где-то здесь должна быть. А может тут? Не помню! Товарищ полковник, а зачем мы копаем в лесу? В 5 утра. Товарищ полковник, а что мы ищем? Где же... мы червей копаем. Ну а если кто-то случайно найдет бутылочку с водой, обязательно сообщить мне об этом. О, казах что-то откопал. Где? Это не то. Где же я его? Товарищ полковник, вы в порядке? Помню. Где же его? Где-то здесь ночью потерял. Чую, чую. О, я что-то нашел! Нет! Да жор! Да, товарищ полковник! Тебе когда-нибудь вырезали почку в 5.15? Нет. Ну тогда готовься. Но ведь она пустой была. В смысле пустой? А ну говори давай быстрее, где моя почка, где? Казах, где ты давай, чего? Да не пой, ты меня одержишь. Медведь! Решил... Медведь! А как держать что ли? Жор, я тебе сейчас... Казах, отгони мед... Он, походу, пухой. Пухой? Тут товарищ полковник? А ну давай возвращай обратно. Вот кто мою бодягу с коммунистью. Товарищ полковник! Надеюсь, француз этого не увидел. Да нет, он убежал. А то потом иностранцы будут говорить, что медведь у ФСБшников самогон тырит. Косолапый, а ну стоять! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и следующая серия не заставит тебя долго ждать. Винни-Пух, мою бодягу верни.